Министерство здравоохранения намерено внедрить правила страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Для этого каждая медицинская организация будет заключать договор со страховой компанией. Республиканское общественное объединение «Казмед» совместно с Общественным советом по охране здоровья нации областного филиала партии «Аманат» и Актюбинским профсоюзом работников здравоохранения «Комкор» провели республиканский семинар-совещание. В нем приняли участие ведущие эксперты, которые обсудили грядущие новшества. В этом году парламентом Республики Казахстан принят закон о страховании профессиональной ответственности медицинских работников. Этот закон направлен в первую очередь на защиту интересов населения, для того, чтобы в случае получения вреда в результате медицинских вмешательств пациенты или их родственники могли получить материальную компенсацию. Но также этот закон направлен на защиту интересов медицинских работников, поскольку в данном случае финансовое, так сказать, бремя на их плечи не ложится, также и не ложится на медицинские организации. То есть если сейчас штрафы эти все платят сами врачи или главные врачи, то в будущем это будет оплачивать страховая компания.